Ну расскажи. А кому? Юра, куда ты едешь? В роддом. А кто-то рожает? Нет. Едем на осмотр плановый. В гости кому-то едешь? Нет. Едем к кому? К этому самому. Кому? Тот, кто чекает, можешь тебе наркоз сделать или нет. К анестезиологу? Анестезиолог, точно. А, так а что, у тебя жена в больнице лежит? Нет, моя жена тут. А где сегодня жена ночевала? Моя жена в больнице ночевала. А что, ей плохо? Нет, ей хорошо. А что в больнице ночевала? Положили жену в больницу. А, я поняла. Вы так решили сэкономить на горячей воде, да? Да. Молодцы. Она все равно едет домой, блин, и купается, и купается, и купается. Да? Тихий обзор пренатального этого самого центра. Идем на кухню. Творожное суфле, которое выдают абсолютно бесплатно. Как дела? Нормально. Как прошла ночь? Я, честно говоря, не поняла. То ли там сам было, то ли рожало. Я реально пыталась понять. Я там все не поняла. Думаю, можно.
23 октября, 17:23. Блин. Сніданок обід та вечеря. Овсяночка з больнички. Бесплатная. А кто-то, блин, недоволен. В смысле бесплатно? Ты здоровьем своим за неё платишь. Нормально вообще. Вообще жир. Я хочу угощаться, если тебя оставят. Чтоб ты это слышала. Хочешь, что так, привезли. Пеленальный комодик и шкафчик. Девятый день нашего путешествия по больнице. Могли недельку дома тусить, но кто знал, кто знал. Без манюльки. С манюлькой живете? Да. Завтра будем тут же гулять так же, как втроем. А я всех не веду, а я буду. А я такой, мама, мы пошли гулять. 30 октября. Едем по Чернышевского в роддом Кире. Готовимся ко встрече с Манюнькой. 7:49. Солнечко сяло себе. Сюрприз в октябрь. Thank you.
Так, сегодня у нас 1 ноября. У нас перевели в свою палату. У нас тут целый парадайз. И мы проводим медитацию. На губах перше молочко. Можна розсмотреть. І новий інсталук. Майменчик, ти не плачеш. Вода відео не можна плакати. Ой, мені кажеться, що так. Манюсечка, а ну делай личико хорошее. Тебе ж нравится. Третий день. Уже четвертый. Четвертый день. Там мы взрослые. Оп. Оп. Ой, все. GoPro стоп рекордин. Включаем свет. Преддверии 4-го дня одеваем праздничный конца 4-го, полных 4 дней. В преддверии 5-го дня. А 5-й день это значит что? Это юбилей. Это мало то, что юбилей. Это значит, что можно больше не записывать писикаки. Температуру. Следить-то, конечно, надо, а записывать нет. Интересно, Манюсечка как раз просыпается, и она, видишь, такая еще, ну, как неактивная. Она такая, ничего не видит. Пятый день пребывания в третьем этапе в больнице. Да, пятый день третьего пришествия. Загораем. Сейчас 9 утра, 4 ноября. У Кати сегодня день рождения. Скоро будет 5 пунктов. 5-4 только. 4. Это 5 я тебе. Ну ладно, 5. Катя, с днем рождения. Для бейбика. Мама делает обзор живой эмоции. Так пока еще все равно никто не увидит. Поэтому еще. Это чтоб тепло только. Ради красоты еще поносим. Все. Сейчас я еще покачаю. Вдвоем. А теперь меняйтесь местами. Папа будет принимать малышку. Включайте Киру, Юрию. Мама, принимайте. Можете отблагодарить медперсонал. Внимание, Юрий, на фотограф. Фотография папы. Киру. Становитесь рядом. Также вас приехали поздравить ваши друзья Ирина, Милана, Ваня и Александр. Поздравляю вас, друзья, любите знаки. Покажите Милане. Так, здесь куча подарков.
ребенком. Блин, мне уже некуда добавиться. Еще, еще. Давайте сделаем. Я попробую. Ты сейчас GoPro stop recording. GoPro stop recording. Мамчик, это не самая большая проблема. Может быть, поставить цели чуть-чуть дороже? Ну, просто... Когда ее лицом вверх поднимаешь, она нервничает. Ну, вот раз в день, ну, по поводу памперса, ну, где-то штук, ну, 6-8, наверное, где-то. Ну, бывает такое, что если, смотря, 8...